Вася, ты что, бубо? Что бубо, не бубо я Володя. Ты что тут песню поёшь, дядя? Ну я в певчем настроении, хорошее настроение, понимаешь? Не понимаешь? А как это не понимаешь? Ты что, радостным не бываешь, когда покакал хорошенько там или еще что-то? Я всегда серьезно, я всегда работаю. Да-да-да-да-да. Работает он всегда. Надо отдыхать, понимаешь? В воскресенье прийти домой, почесать пузико. Отдохнуть там с пацанами. Ага. Угу. Что еще скажешь? Ну еще футбольчик включить. Братуль, что-то с тобой стало. А шо, такой приходишь смотреть такой, да? Смотришь такой, уселся. Вот тут, допустим, телевизор такой. Сидишь, пердишь. Нормально. А чё, нормально же, ну? Во, видишь, правильно делаешь, сидишь, пердишь. Так чё ты тут надристал-то? Ой, сейчас погоди, что-то жиденькое пошло. Братан, подливу не пускай! А я рожком. Придержи свою подливу при себе! А я прям рожком, дядя. Да что ты мне в рожок подливу налил? Ой. Сбирай! Ты чё ты на кровать-то пускаешь свои эти батончики? Хватит батончики пускать! Хватит, тебе говорят! Я тебе рассказывал про то, как нужно отдыхать, а ты мне всю кровать обдристал! Братан, что-то снигерсы попёрли тупо. Братан, что у тебя снигерсов так много полетело? Ой, фу, все, хорошо, братик. Я прям прококенился. Нет, ты прав, надо отдыхать, реально. Так прококениваться иногда у тебя в гостях надо. Да не у меня в гостях, надо у тебя дома! Найди свой дом! Ой, дядь, погоди. Слышишь? Что? Смотри, ну-ка, подойди там, вот смотри, подойди сюда. Сейчас. Ну-ну-ну. Смотришь, да, так внимательно сейчас. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Прям внимательно смотри. Сейчас буду всматриваться. О, смотри, опа, смотри, вот так, смотри. Чё? Ой! А, ты чё мне помидорками дрестаешь тут? Не дрыщи помидорками! Пошёл вон отсюда! Пошёл вон отсюда! Помидорка мэн! Мне без разницы, что ты на моём этом. Ты чё мне в окна дрищешь? Ты что там, капли остались? Капает! Ты чё обдристал мне весь дом? Стекает с дома, ты чё делаешь? Хватит дристать, я тебе говорю, а? Ты ещё обдристал... Ты мне еще и в дверь задристал! Все, я ушел. Ну все, и дристуй отсюда. Подристовал, братан. Ну все, дристуй отсюда, что за фигня? Братан, почему у меня дресня с крыши капает в дом? Смотри, братан, внимательно. Ты что мне дырку сделал для дресни? Это тебе что, общественный туалет, что ли? Пошел вон отсюда! Ой, давай, братан, тебе на лицо прям. Ты чё ты мне на лицо дрестаешь? Не дрыщи, у меня усы сейчас коричневые будут. Все, я пошел. Пошел отсюда, дрестун, а? Сдриснул отсюда, сдриснул. Сдриснул. Да-да-да, дрещи отсюда. Все, я подрестал. Ага, токийский дрист. Токийский дрист. Да, токийский дрист, да. Дристуй уже отсюда! Ты сдриснул отсюда? Братан! Видимо, сдриснул. Что за фигня? Почему с крыши дресня капает? Кто здесь? Кто здесь? Человек-дрестун, это ты? Дрестмен! Дрестаратор! Это ты, дрестаратор? Уважаемый, а вы можете не смотреть, когда я, собственно, делами занимаюсь? А вы кто такой? Я Анатолич. Дрестолич? Анатолич я. Дрестолич? Все, в общем, не мешай, дай подрестить. Да ты чё, это не общественный туалет, это мой дом, ты чё мне в хату дрищешь? Так, малый, иди сюда. Так, я-то не пойду, там у тебя воняет сильно. Так, а конечно, ты дрищал тут, а? Ай, ты мне суп выбил!
Нельзя тут дрестать. Вот это будет с твоим домом, понял. Если будешь мешать мне, понял? А что с моим домом будет? Не понял, что произошло? Не выводи меня из себя. Да я понять не могу, что с домом-то произойдет. Ты пока... Жарил! Понятно. Ты что меня жаришь, слышь? Ты что, а? Ой, ой! Мой дом! Мой сладкий дристанный дом! Дристан дом! Да ладно тебе, сейчас вот так вот заделаем быстренько. Нормально, я... Ах, это еще самонаводящиеся долетают, да. Мне батя... Что, самонаводящиеся дресня? Ты что, совсем что ли больной? Так, да ладно, давай, сейчас помогу тебе, а то такой тубзик был хороший. А, спасибо. Жалко, как что я... будет? Ой, такой тубзик был хороший, да, все. Это не тубзик, это моя квартира, мой дом! Так, цит, все, железные человеки захватили это место, это теперь тубзик. Какие еще дрестущие челдобреки? Я не понял. Вы кто такие? А ну идите отсюда, я вас не звал. Ой, так. Ой, что-то я с геморроем. Ты че с кровью дрыщешь? С геморроем что-то пошло так. Да какой геморрой? Ты че мне в квартиру насрал? Ой, что-то там пожестче начинает уходить. Че? Что там выходит? Не надо! Чего? Нет. Нет. Кого? Ой. Ты что, грузовиками, что ли, дрыщешь? Ты смотри, что ты выдрестал тут! Как ты это выдрестал? Объясни мне, пожалуйста! Как ты смог грузовик выдрестать? А, это я... Как? Да я это, трансформера, наверное, сожрал какого-то, они тут вечно бегают. Объясни мне, пожалуйста, как у тебя твою дырку не разорвало такое высрать! Потому что я робот-дебил. Тебя что? Попа-трансформер, что ли? Трансформируется под то, что... Я даже знать не хочу, слушай. Я меня сейчас психологическая травма была. Я киберкотлета, поэтому не мешай мне. Ты мне объясни, пожалуйста! Мало того, что ладно, я еще могу понять один грузовик. Ну как ты все три выдрестал? Все четыре! Сынок, ты че оптимусами праймами дрыщешь тут, а? Сынок, это нормальное явление, понимаешь? Да не нормальное это нифига! Ты знаешь хоть еще кого-нибудь, кто дрыщет грузовиками? Да, у меня есть такие кореша. Покажи мне их, я хочу посмотреть! Так, не мешай, пожалуйста, ну что ты приперся, дай поставить. Ой, так, нормально. Подождите, кого? 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 Объясни мне, пожалуйста! Ты как вот это надристал? А, так нормально, это ж молоковоз. Я, видимо, этот трансформера когда запивал, нормально. Ага. А теперь объясни, пожалуйста. Вот объясни мне, пожалуйста. Как их два ты смог выдристать? А, тут я попить хотел очень. Ой, погоди, сынок, что-то попёрло. Что попёрло? Да не дай... Ох. Ты что сейчас, серьезно? Ты... Так, слушайте, я чего-то в этой жизни не понимаю. Пойдем за мной, пойдем за мной. Вот объясни мне, пожалуйста. Ладно, я могу понять четыре грузовика и два вот этих молоковоза. Но! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь автобусов! Семь автобусов! Как ты смог выдрестать? А, это... У нас путешествие с пацанами в Англию было. Это английский перекусик был, понял? Такое... А ну как шаверму на вкус попробуй. Я не буду твою дресню кушать. Да нормально, оно там переварилось, у меня там система фильтрации. Да мне без разницы! Я не ем автобусы, грузовики, молоковозы! И уж тем более ими не дрещу! Да ладно тебе, Мавы, ну что ты... Что ты за конвейер такой, объясни мне, пожалуйста? Ой, погоди, Мавы, погоди. Шо? Ой. Так. Ладно, по размерам это еще куда ни шло. Но объясни, пожалуйста. Как ты смог полицейские автомобили сожрать и выдрестать? Да это мусора были, они нам мешали, я еще хоп и все. Ладно, надо с этим покончить. Система автонаведения включена. Кого? Ты что меня поджарил-то? Это меня не сожрешь, я тебе отвечаю, ты меня не сожрешь, отвали от меня!
ты лайк поставь.